Всем привет, друзья! Это Орландо, Флорида, США. Сегодня 10 апреля 2018 года. 9 с копейками, 10 час. Вот, и я в аутлетах. Сегодня немножко, для себя как бы немножко засиделся, закатался и так далее. И вот решил прогуляться. И давно камера не держала, что-то вот немножко буквально сниму. Что-то я много уделяю внимания своему новому Инстаграму. Вот. А Ютуб заброшен. Вот мой любимый All Saints. Не знаю, заходить, не заходить. Ну так, сейчас пока прогуляюсь. Вот здесь, конечно, классные аутлеты, классные марки, хорошие цены и так далее, и так далее. Вот сегодня буквально сейчас перед отъездом я посмотрел в Фейсбуке новости от Флориды Ялты. Она там повыставляла то, что к ней приехала наконец-таки семья. Вот, и мне как-то так передалось-то настроение какое-то хорошее, не знаю. Но оно у меня и было-то, естественно, хорошее, но не знаю, как-то вот я настолько понимаю, насколько это для нее вот, ну, вообще действительно событие, которое ждало здесь все 10 лет, или сколько там здесь она, 12, и наконец-таки случилось. Вообще, конечно, я за нее очень рад, и я отправил ей поздравительную смс-ку. Вот, ну, в общем, вот эти вот приставучки, конечно, здесь, вот в этих маленьких ларёчках, конечно, они работают на ужасных условиях, а чисто за проценты в основном, у них нет даже никакой часовой ставки, вот, и, конечно, это все печально. Зегна. Блин, музыка не даст мне, наверное, за монетизацию поставить, но хрен с ней. А не знаю, может быть, куда-то все-таки зайти? А куда мне зайти? Мне вообще ничего не надо из одежды, вообще, реально. Это просто жесть какая-то, у меня нет уже пальца засунуть. Реально. И все равно все время все это покупается. Все это хрень. Хай. Вот. Естественно, меня все принимают за латиноса. Манана. Или что-то такое он сказал. Я помню. Меня русские, когда приехал, звали сюда работать на эти островки и предлагали вот уже эти ужасные условия. Я, конечно, немного прибалдел вообще такого. Ну что, не знаю, в один раз зайти или не зайти. Сейчас зайдем, посмотрим. Блюзки пошли. $85. На вторую пару 50% обуви. Ну да, с музыкой монетизация бай-бай. Ну ладно, я уже смирился. Эти сколько? 90. 75.
так нравится, как камера снимает на новом качестве. Вообще не смазывается движение, классно. Эй. Ого, 200. Вот вам и outlet. Не пойму, это новый какой-то, что ли? Он был, по-моему, другой в другом месте, что они. Либо я путаю с другими аутлетами. Ладно, к чертям. Кай воздушком подышать. Не знаю, что-то хотел посмотреть ни шмоток, ни из обуви, потому что, ну, вообще уже неинтересно. Что-нибудь, может быть, какую-то, я не знаю, электронику. Thank you, sir. Какую-то электронику, может быть, что-то полазить, что-нибудь такое вот. Не знаю. Какую-то альтернативу. Но здесь, конечно, в этих аутлетах в основном, конечно, приоритет на шмотки, на обувь. Ну вот фудкорт. Да, видно меня, нет. Вот, правильно я помню, где-то я услышал, что во Флориде шопятся от скуки. Ну, на юге, на югах. Но действительно, на юге такая вот жизнь вялая, да? Не то, что на северах все носятся, как ужаленные. Действительно, здесь шопятся не от того, что что-то нужно, но просто вот от скуки. Эти очки я покупал, вообще говно полное, все слезло сразу. Вот, ничего особо, вот тикеты, но это все за манухи, на выходе получается все равно дорого. О, полицейский какой. Блин, коучмен, я не могу пройти мимо. Не знаю, там дадут немножко снять, нет? Запах нереальный. Очень люблю эту марку. 100 лет не снимал никакие магазины. Классная кожа, конечно, у них. Oh, thank you, sir. Thank you so much. Так. Маечки, конечно. Не одна майка есть. Машинка такая классная. А вот с лагом клевая. 60% он сказал от этих цен. Вот 150 она. А что я там вещал? Особо ничего не хочется вещать, потому что... Мне, например, нравится просто, нравились, когда смотрел там тоже Америку на ютубе, вот просто видео-бродилки такие. Белая классная. Ну, с отсутствием транспорта, как-то из сумки от Мерли. Это раньше что-то носилось хоть как-то. Сейчас вообще базука классная. Bubblegum. Cracker Jack. Pepsi Cola. Кожа, конечно, просто не могу. Насколько мне нравится вот тактильное все. Привык лапать. О, это по-нашему, друзья. Вот это вообще нужная штука. Очень-очень. Непонятно, сколько она стоит, правда, ну ладно.
офигенный. Нужно его срочно купить. Это 100 миллилитров. Ну, я его онлайн смотрел дешевле. Сейчас нужно цену здесь уточнить. Так, ладно, этого всего добра много. Вот это, конечно, классная. Кожа мягкая-мягкая. Так, ну кожанка, тоже все это есть, и уже ждется все-таки хоть какая-то уже жара, как уж можно. Вот, ну, обожаю, когда внутри делается кожа, даже на подкладке. У меня, кстати, коуческий кошелек. Вот он. Ну, картхолдер чисто. На это уже отдельным видео запилить. Ага, вот это клевое. Карты не выскакивают, потому что все эти кардхолдеры все равно через время становятся, говорят, бай-бай. Sir, can I check the price for 50 milliliters? For this one. Oh, that's not part of the promotion. This one's $48. Oh, 40 milliliters. Uh-huh. And this is 40 milliliter, $48. And this is the 100 milliliter for $82. $82 and $48. Yeah. Okay. You can try it on if you'd like. It has some notes of vetiver, suede, and some spices. I've tried, yeah. Ah, that's so nice. $48. Взять, не взять, тоже этого всего полно. Он офигенный. Okay, let me think about this, okay? Okay. See ya. Так, ладно, надо ноги делать, потому что эти траты. Мне сейчас немножко не на руку. Ему свое время. Все, я наснимался. О, красавец. Все, я наснимался. Трансформеры. Пора идти знать. Пойду все-таки, может быть, что-нибудь такое по мелочи пошоплюсь. Максимум. Вообще постараюсь не шопиться, потому что надо и меру знать, и совесть какую-то иметь уже. Все, всем пока-пока.